Когда вы проходите мимо Левады, зовите своих знакомых лошадей. Они обязательно подойдут к вам, чтобы пообщаться. Это очень здорово, не теряйте времени, находите контакт с этими лошадьми, чтобы в дальнейшем, если вы собираетесь с ними работать, эта работа начиналась без стресса, чтобы лошади знали ваши руки, ваш голос и ваш запах. Когда я подхожу общаться с лошадьми из соседней Левады, я приношу какие-нибудь интересные штуки, интересные вещи, шуршащие пакеты. На данном видео я принесла мишуру новогоднюю. Многие лошади ее испугались, но многие восприняли очень спокойно, потому что они привыкли, что в моих руках любая шуршащая вещь, любой раздражитель – это безопасно, потому что рядом со мной находиться безопасно. Это очень полезное упражнение. Если вы будете работать с этими лошадьми в дальнейшем, то можно начать знакомство вот с таких маленьких упражнений. Кто спит, стоп, я подставляю. Кто подставляет? Хороший грешак. Хороший грешак. Да? Грешак не хороший? Ай, хороший. Ай, хороший.